Витископ. Мы сегодня понимаем профессиональный спорт, мы не разделяем сегодня. На этом этапе мы не разделяем профессиональный спорт и любительский, поскольку очень тяжело в нашей стране провести эту грань. И пока мы решили, что не нужно это делать. Мы определили спорт высших достижений как национальные сборные команды. Все. То есть, если спортсмен в составе национальной сборной команды едет на международные соревнования представлять страну в юношеском возрасте, в основном составе, он представляет страну в сборной команде, это спорт высших достижений. Все, что в них входит в сборные команды, это является спортом массовым, его называют резервным, массовым, но это не является спортом высших достижений. Вот такую мы провели грань. Витископ. Спортивное видео.